На конкурс дети читают стихи. Антонова Полина, 3Б класс, Сергей Пивоваров, у обелиска. Застыли ели в карауле, и небо мирного ясна. Идут года в тревожном гуле, осталась далеко война. Но здесь, у грани обелиска, молчание голову склонив, мы слышим грохот танков близко, ревущий душу бомб разрыв. Мы видим их, солдат России, что в тот далекий грозный час своей жизнью заплатили за счастье светлое для нас.